Фойе второго этажа оживает прошлое легкого жанра. Старые афиши, реквизиты, костюмы с различных постановок. За 87 лет здесь накопилось много раритетных вещей. Теперь перед спектаклем и в антракте зрителям есть чем себя занять. Одно дело, когда ты находишься в зале, смотришь, да, на сцену, а очень много мы не видели. То есть театр-то существует давно, а мы видим только то, на что мы смотрим, к чему мы приходим. Поэтому очень интересно посмотреть, что было раньше, какие спектакли были. Прошлые театры с удовольствием погружаются и бывшие его служители. Это наша история, поэтому я хожу, вот действительно я хожу как по музею. Есть здесь особая витрина. В ней собраны уникальные вещи. Те, что привезла с собой из Луганской Народной Республики концертная бригада. Видео об открытии музея отправили на передовую. И особенно все близко, где сфотографированы их письма, шевроны. И сказал: ребята, вы правда теперь, память о вас останется всегда у нас в театре. И что, я думаю, что им будет очень приятно. Коллектив театра обещает постоянно обновлять экспозицию. Елена Непатева, Семен Воробьев. Новости дня.